Я отпраздную День Свободы так. Сначала предзакажу Helldivers 2, а потом я найду чего-нибудь глотнуть. В этот День Свободы будьте патриотом, в котором нуждается ваша семья. День Свободы — это очень важный день для человечества. Это день, когда все граждане собираются вместе, чтобы вспомнить и отпраздновать, что значит быть свободным. Привет, я Нильс Хансен Бьерке, я ведущий нарративщик в Arrowhead. В далеком прошлом, это было даже до того, как был сформирован Демократический Совет, человечество находилось в состоянии полного хаоса. Люди не знали, что думать. Не существовало источника истины. И помните, в то время было очень много шума. Дезинформация, ложная информация, информация. Люди просто голосовали направо и налево. Это была полная демократическая анархия. Но потом человечество открыло управляемую демократию. Способ дать людям быть действительно свободными. Итак, День Свободы — это день, когда мы празднуем появление этой красивой концепции. Более конкретно, это день, когда Демократический Совет представил первый и окончательный проект управляемой демократии. Весь смысл Дня Свободы заключается в праздновании того, что значит быть по-настоящему свободным. Но как и во всех праздниках, здесь есть повторяющиеся традиции. Например, граждане класса Б могут получить около часа свободного времени, чтобы посмотреть парады свободы. Stormwind Media всегда проводит 24-часовую прямую трансляцию у стены мучеников. Родители наблюдают, как их дети выхватывают подарки из костров свободы. Есть шанс встретить настоящих хеллдайверов, увидеть казни диссидентов или просто уютно устроиться с теплой чашечкой чая Liberty. Потому что суперземля держится не только на героях на фронте, но и на героях прямо здесь, дома,